Бомжара? Идрить колотить. Бомжара мне жизнь спас. О, господи, кто не смотрел предыдущую серию перед началом, вот этой лучше посмотреть предыдущую, потому что именно тогда я стегнул сюда воду и хотел... Потому что мне надоело быть бомжом. Бомжара, ты меня спас? Бомжара, спасибо тебе большое. То есть ты следил за мной, ты знал, ну конечно знал, ты же есть бомж. Ты знаешь то, что бомжом быть очень сложно, ты знал то, что я не выдержу. Бомжара, спасибо большое, ты уже спас меня. Отдай, пожалуйста, ключи, я не хочу быть бомжом, это реально слишком сложно. Все, мы поменялись несколько раз жизнями. Хватит, пожалуйста, отдай, пожалуйста, ключи, бомжа. Спасибо. Я бы тебя поцеловал, но ты дико воняешь. Хотя, как дико воняю, я тоже дико воняю, иди сюда, красавчик. Спасибо большое. Как делишки, ребятишки? У меня стресс на всю жизнь сейчас будет. Ой, подождите, я негоже выгляжу. Я очень по-бомжатски выгляжу. Подождите. Все, надо снять с себя вот эту бомжатскую одежду. Я надеюсь, что сейчас хотя бы я немножко лучше буду выглядеть. Надо свои непричесанные грязные волосы скрыть под кепкой. А ты думаешь, зачем стримеры и ютуберы надевают шапки на голову? Потому что им лень голову мыть, показывать свои грязные волосы, поэтому они надевают шапки, чтобы просто, ну, волосы казались чистыми. Ну, лично у меня вот такой лайфхак. Но сейчас нет, сейчас нет, сейчас я просто бомж, я бомжик Эдик. Вот, поэтому я очень грязный, и проблема в том, что у меня дома до сих пор нет душа. А, как давно, кто знает, напиши в комментах, как давно мы купили эту хату. Все, что я здесь обустроил, это чуть-чуть кухню. Наш туалет, добро пожаловать. Нифигашеньки здесь нет. Прям рифму зачитал, нифига себе. На втором этаже бомжара даже ничего не стараторил. Мне кажется, ли это слишком какой-то хороший бомжар? А вам не кажется то, что я поменялся полностью жизнями с бомжом? Он у меня ничего даже не украл. Ни единый блок не украл, как я вижу. Даже скидку на... Ну да, зачем ему скидку воровать 15% на любую машину, если он тебе банально не может эту машину позволить. Но все же! Вот так. Наши... А, телефон тоже забираем. Все это забираем. Ребят, просто прекрасно. Я даже не знаю, как отблагодарить бомжа. Хоть на самом деле он спас мне жизнь. Он не украл у меня ни единой вещи. Достойный поступок. Это действительно достойный поступок. У нас много планов. Перед тем, как мы начнем осуществлять эти планы, я попрошу тебя прямо сейчас поставить лайкусик на эту серию и подписаться на канал. Смотри, если тебе нравится жизнь ютубера, если хочешь видеть серии жизни ютубера хоть каждый день, я готов их выпускать для тебя. Подпишись на канал, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики. И поставь лайкусик, все мы знаем, если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, то новая серия жизни ютубера выйдет буквально через... Хоть через минуту, если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, все зависит всегда от тебя, не забывай вот это. Какие планы у нас на эту серию? В первую очередь мне нужно будет сейчас купить блоки для того, чтобы отдать их Костянчику и для того, чтобы Костянчик начал строить ресторан. Потому что кто не знает, я вам сейчас быстренько скажу, чтобы вы все офигели. Дайте я надену вот эту броньку бомжика. Если вы не знали, у нас осталось ровно 4 дня до того, как придут банкиры и заберут у меня хату. Ровно 4... А-а-а! Куда-то собака! Ну реально, я сутулая... Бомжара, ты уже здесь? Извини, пожалуйста, извини, пожалуйста. Да, я поспал на твоей кровати, я знаю. Извини, пожалуйста, я не мочился в кровать. Я не мочусь ночью в кровать, я не делаю пи-пи-пи. Поэтому все нормально. Я же забыл то, что я спал в кровати бомжа. Нужно будет поспать в своей кровати. А то негоже, я сейчас спавиться буду в домике бомжа. Ай, вот эта собака сутула. А, нет, не пропала. Так, у этого тоже пистолет. Пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Иди сюда, иди сюда. Давай, давай. Золотая монета. Иди сюда. Я тебя жду. Костян! Ты все? А, подожди, Костян меня до сих пор, наверное, не узнает. Сейчас я сниму всю эту лабуду. Оп! Да, оп! Да, посмотри, какой жесткий. Па!
Выпало? Да, все, выпало. Прекрасненько, еще одна золотая монета. Лучше быть не может. Нам нужно добыть немножечко еды, потому что мне нечего кушать. Я еще расскажу все свои планы. В этой серии мы пойдем в Икею и купим блоки для того, чтобы Костянчик наконец-то начал нам строить ресторан. Второе дело. Нам нужно помыться бы на самом деле, но, к сожалению, у меня дома душа нет, поэтому нужно будет также потом купить душ. Но через 4 дня у меня заберут хату. Ровно через 4 дня придут банкиры. И за эти 4 дня мне нужно отдать полностью... О, господи, полсердечка осталось. За эти 4 дня мне нужно полностью отдать весь кредит. Иди сюда, иди сюда. Дай покуфать, дай покуфать. Спасибо большое, дай покуфать. Я хочу куфать. Конечно, еще бы не сырое бы мясо кушать, но надо отрегениться, то полсердечка дело не сделают. Тем более сейчас, если явится где-то какой-то бандюган, то он меня сразу с одного тыка убьет. 4 дня. Я боюсь то, что за эти 4 дня у нас банально не сможет построиться ресторан. То, что Костян не сможет справиться за 4 дня. Это слишком короткий период для того, чтобы Костян смог все построить. О, поедрить, колотить! Как здесь много жертв моих будущих! Как же много! Идите сюда! Идите сюда, смотри! Опа! Фигац! Пу! 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 А, вы даже так с одного удара убираете? Нифигашеньки! Все нормально! Еда есть, можно возвращаться домой. А, не-не-не-не-не-не-не-не, не так быстро, не так быстро, кукарача, иди сюда, 10, о, здесь еще есть, опа, опа, нужна еда, а то Эдисон умирает с голоду, а, там скелетон, я думал, что это бандит. Ладно, все, вот сейчас точно можно топать домой, здесь больше никого нет. А, нет, есть. Маньяк Эдисон вышел на охоту, вы что думаете, а? Я набрался жестокости за то время, пока был бомжом. Мне сейчас не жалко убивать животных. Хоть на самом деле мне их никогда не было жалко убивать. Нет, я люблю очень сильно животных, но не в Майнкрафте. Это же Майнкрафт. Чё? Топаем домоюшки. У меня опять одно сердечко. Прекрасно. А до того, как мы дотопаем домой, я прямо сейчас хочу у тебя попросить посмотреть предыдущую серию жизни ютубера, если ты почему-то ее еще не видел. Прямо сейчас надо мной появится подсказочка. Мне будет очень приятно, если на нее просто... Клацнешь, тыкнешь, нажмешь и посмотришь предыдущую серию. Потому что после окончания этой серии, пока мы бежим домой, и когда ты закончишь смотреть вот эту серию жизни ютубера, бра! Пятку почесал, жив остался! Надо пятку чесать, Костян, не забывай, пожалуйста. Все, кто чешет пятки, живут очень долго, не забывайте это такой народный лайфхак. Почесал пятку прямо сейчас, живых остался. И если на ролик нажал, на подсказочку, также в живых остался. Давай, раз, два, три. Бра! Смотри, пожалуйста, нажми, пожалуйста, любименький мой, любименькая моя, не будь сорокотанцы. А я пошел домой, мне нужно пережарить хавчик, нужно раздеться, нужно помыться, только где? У меня есть хотя бы раковина, у меня даже дома раковина нет, понимаете, даже раковина нет. Где мне помыться? Надо в Икее будет закупиться, потому что это реально не дело. Так, ждем ночи, или не ждем ночи, или ждем ночи, я не знаю. Топаем в Икею и потом топаем... А, вот что я забыл еще сказать! Что мы сегодня еще будем делать? Мы же сегодня еще пойдем в банк и посмотрим, сколько нам принесла первая серия бомжика. Мы же поменялись жизнями с бомжом, я записывал настоящий сериал на YouTube. Мне интересно, сколько принесла первая серия. Если хотя бы 10-15 золотых монет, ну 10 это такое, 10 все ролики приносят, даже самые простенькие. Если хотя бы 15-16, то это уже будет настоящий успех. И тогда я смогу выложить вторую серию и третью серию. То есть я вот сейчас тоже записываю. И третью серию я выложу. Ребятки, вы понимаете, насколько много у нас роликов наперед? У нас один ролик уже на ютубе и два еще в запасе. Точнее, один в запасе и один я прямо сейчас снимаю. Так, все окей, еда у меня есть, немножечко есть. На эту серию нам точно этого должно хватить. Поэтому топаем отсюда, топаем в банк. Да. Куртаху, труханы, ботиносы и шапку я снял, поэтому больше меня не должны считать за бомжа, не учитывая, конечно, то, что я люто воняю. По дороге в банк мы еще с вами заскочим к нашим друганам. Здорово, у вас здесь снег уже идет, да? Новый год, значит, да, Новый год уже на подходе, конечно, зима близко. Тебе, иди сюда, одну золотую монету я себе забираю, да? Отсюда, не, подожди, да, а вот сюда ставлю этот пистолет. До свидания, спасибо, спасибулечки всем. Опа, я таким быстреньким путем сойду с вашей крыши, чтобы не спускаться по лестнице. И идем с вами в банк. Охранник Степа, здорово, охранник Степа, здорово.
не нюхай, пожалуйста, не нюхай. Не надо внюхиваться, не надо. Я знаю то, что я. Охранник, все, позади, я опять случайно сел на твой стул. Ну просто на тебя не нажать. Дровеньки было, что надо. Помыться надо, помыться надо. Давайте, по 24 золотые монеты. Первая серия бомжа принесла нам 24 золотые монеты. Только вот прямо сейчас на моем счету появились 24 новых золотых монет. Чтобы вы понимали, вот это я взял в кредит. Так, смотрите. Вот это я взял в кредит. Это то, что сейчас у меня есть. У меня 1,5 стака монет. Мне осталось найти еще 0,5 стака монет. Я уже смогу вернуть обратно кредит. Жесть какая-то! Где я столько бабок взял? А, ну я ж калаши из бандюганов выбивал. Калаши стоят же по 7 золотых монет. Спасибо большое, банкин! Спасибо! Я к вашему директору забегу на секундочку. Да сраные грязные волосы. Надо реально помыться. Банкир! Здорово, охраносы, да, здорово. Все, у меня уже 1,5 стака, я знаю то, что у меня 4 дня осталось, но через 4 дня я все верну, по идее. Не забирайте мою хату, пожалуйста. Я надеюсь, что все будет нормально. Окей, прямо сейчас мы с вами бежим в Икею, покупаем блоки, возвращаемся к Костянчику, отдаем ему блоки, и серия, я надеюсь, удалась. Там же логово бандитов, там же дом бандитов, точно, я забыл про это. Можно будет к ним туда наделен. Здесь подписон этот. Достающий под. Слушайте, у меня идея есть. А если я надену куртаху, труканы, ботиносы и шапку бомжа, заметит ли он меня? Узнает ли он меня? А то если я не надену, он точно будет за мной до конца серии опять следовать. А так? Я бомж. Я воняю, не подходите ко мне, я воняю. У меня вши, у меня блохи, у меня глисты. Не здоровайтесь даже с... Это если что, просто я говорю для того, чтобы подписал, не услышал. У меня глисты. Не здоровайтесь со мной за руку. Даже не дышите в мою сторону. И не смотрите на меня, а то я взглядом... Глисты вам передам. Ой-ой-ой. Вроде не спалило, вроде все зашибись. Так, хорошо. Дайте я хотя бы сниму вот эту шапку, потому что дышать нечем. Так, здесь у нас приспособление для компа. Для... Подождите. Ой-ой-ой. Сейчас надо прочитать. Да, это отдел рабочее место, офис. Это офис. Здесь у нас... Ой-ой. Здесь у нас кухня. Я жду, когда уже наконец-то появятся отделы, где можно будет купить ванную можно. А где блоки купить? Ага, блоки на втором этаже. Когда уже у вас все нормальные отделы появятся? Ванная, прихожая, украшения, аксессуары какие-то. Что здесь у вас? Строительные материалы. Вот, все, здесь меня никто уже не сможет заметить. Хватит разговаривать так. Ой-ой. Здорово, мне нужны блоки. Что у вас? Опа, спрятался в шкафчике. Опа, вылез. Блоки нужны, почтальон Печкин. Блоки. Так, у меня есть ровно 2 стака золотых монет, чтобы потратить на... Ой, боже. Ладно. Надо распределять это все. Ровно 2 стака. Свои монеты я тратить не буду, потому что они мне 100% пригодят. Я куплю 1 стак Stone Bricks, 1 стак обычного кирпича. Здесь у нас еще Sandstone, кварц. Кварц очень дорогой. Я тогда еще куплю. Еще куплю 1 стак Stone Bricks. Зашибись. Сколько у нас? У нас еще 48 осталось. Мне кажется, нужно купить что-то для фундамента. Что прекрасно подойдет для фундамента? Наверное, Nether Brick. Отлично бы подошел для фундамента, но очень дорогой. Я еще могу андезит купить. Он, в принципе, тоже подойдет для фундамента, но фундамент будет не такой крепкий, как был бы с Незербриксом. С обсидианом он бы вообще был нереально крепкий, но... Ладно, все равно, давайте купим андезит, потом посмотрим. Давайте купим 2 стака андезита, еще один стак... еще один стак Стоунбрикс. В принципе, у меня прямо сейчас 6 стаков блоков. Спасибо большое, до свидания. Сейчас дайте я надену костюм, чтобы меня опять не спалили. 6 стаков блок. Мне кажется, Костянчику это 100% должно хватить. Ой, я уже рассчитался, я уже купил там за 2 стака, за... Нет, я не за 2 стака купил, я за 1,5 стака купил. Ай-яй-яй, подождите, я ж забыл то, что у меня 1,5 стака было. Сейчас, подождите, надо еще что-то купить.
Давайте купим еще вот это, и давайте купим еще сэндстоун, давайте купим еще для разнообразия гранит. Все, вот сейчас я потратил ровно 2 стака, потому что я 2 стака взял в кредит, и 1,5 стака были мои. Вот сейчас 1,5 стака мои остались, а 2 стака, которые я взял в кредит, я потратил, поэтому сейчас прекрасно. У меня 8 стаков есть. О, все, я тоже не видел этого ютубера, который здесь бегает, я не знаю, подписчик, я тоже его не видел, я не знаю, я не... выпустите, я застрял, выпустите бомжа из клетки, демоны, заковали бомжа в клетку, все, сваливаем к чертовой бабушке отсюда, как можно скорее, чтобы меня никто не спалил, все, прекрасно. Зашибительски. Мне нужно еще немножко деревца сейчас будет добыть для того, чтобы костянчику туда запиндюлить блоки, чтобы они просто не валялись у него на земле. Давайте добудем немножко деревца. Пек, 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 пек. Все, прекрасно. А вот это я выброшу. Подождите, у меня здесь есть пустые магазины, которые вообще погоду мне не делают, поэтому я выброшу. Опа, это я заберу и потопаем домой. Вы понимаете, это первое дерево, которое я добыл в этом сезоне. Прекрасно, жизнь ютубера. 40 серий, я только первый раз дерево сломал. Хорошая вещь этот костюм бомжа, на самом деле, делает дела. С этим костюмом бомжа меня попросту никто не узнает, даже вот этот подписон. Поэтому нужно будет им пользоваться как можно чаще. Окей, здесь у нас есть еда, прямо сейчас я беру, делаю досочки и беру сундучок для того, чтобы... Да, иди сюда! Иди сюда, вот. И топаем к нашему костянчику как можно скорее, чтобы дать ему блоки. Костя, Костян, Костеридзе, я здесь, здорово, ёпты. Я принёс, поставка блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 стаков? Я ничего не путаю. Костян, я принёс блоки. Я рискую жизнью, я рискую квартирой, я рискую немытыми волосами. Всем! Для того, чтобы ты наконец-то построил мне итальяно повороте ресторан. Кстати, в следующих сериях мы выберем для нашего ресторана название. А я, знаете, что задумался? Может мне еще раз жизнью с бомжом поменяться? В том плане, то что первая серия принесла 24 золотые монеты. В следующей серии я выложу новый ролик. Потом еще один. И в принципе, через 4 дня, когда уже придут вот эти приставы судебные забирать мою квартиру, я такой, опа, держите, возвращаю кредит. Поэтому за 4 серии я должен дособирать еще 500 золотых монет. Может мне с бомжом, чем еще можно с ним поменяться? Машиной, которой у меня пока что нет. Девушкой. Катя не будет против, как думаете? Хорошее предложение. В общем, все, окей, прямо сейчас мы будем на этом заканчивать. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Если ты хочешь видеть новую серию жизни ютубера как можно скорее, хоть прямо сейчас, дай мне знать, пожалуйста. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, если ты подпишешься, если ты нажмешь на колокольцы и поставишь лайкусик, я обещаю то, что новая серия не заставит себя ждать. Я скажу тебе еще раз огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Я покупаю. Бомж Эдик заслужил.